Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Давно я так не кайфовал от крейсера. Ведь здесь возможного урона больше, чем у Клаузевица, а комфорт выше просто на порядок. Еще и торпеды не на 6 километров, а на 20. Встречаем Синдзё, супер ЗАО, который по сути является серьезно улучшенным ЗАО с прибавкой жирных достоинств и лишь капельки недостатков. Поэтому если ЗАО в современных реалиях среди десяток уже несколько слабоват, то Синдзё среди суперкрейсеров один из лучших по нанесению урона, а по комфорту явно самый лучший. Конечно, по влиянию на бой он может чуть и уступает Анаполису, но на Анаполисе не так-то просто играть. У него хватает уязвимостей и сложностей как по части бронирования, так и особенно из-за ужасной баллистики. А Синдзё имеет и броню получше, и баллистика позволяет комфортно накидывать даже на дистанции 20+. Корабль мне напомнил ЗАО в лучшие времена. В первые годы игры такая была убойная выжигалочка. Только Синдзё еще лучше. То, что крейсер получается очень крутой, мне было ясно еще на этапе его тестирования. Но для обзора я сыграл на нем два новых боя под запись. Первый был турбинкой на 133 тысячи урона. Кстати, для турбинки неплохо. А второй бой уже шел подольше, хоть и тоже не полное время. И в нем урона вышло свыше 200 тысяч и 7 фрагов. Причем, что важно, вообще без какого-либо напряга. Под конец я уже совсем обнаглел и подставил борт под бронебойки ЗАО. Поэтому боеспособности все-таки потерял несколько чемоданов. А так корабль был бы почти неповрежденный. А все потому, что он гасит и топит очень просто. А в ответ по нему попасть и нанести вменяемый урон достаточно сложно. Правда, для этого корабль нужно правильно понять и нужным образом собрать. Я в первом бою собрал не очень, потом сборку поменял и сразу стало повеселее. Для тех, кого кораблик заинтересовал, буквально только что на Бусти вышел его подробный обзор с наглядной табличкой сравнения с другими крейсерами, с разбором и особенностей корабля, и тактики, и сборки. Подходите. Заодно сможете ознакомиться с более чем сотней материалов по кораблям, в том числе обучающих. И все это по цене заказа кораблика на стриме. Ранний доступ к суперкрейсеру будет проводиться через новый тип события в Адмиралтействе, которая начнется 29 марта. Подробности скоро обсудим. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Супер Джиган. По лесу своему иду ночью. Я его храню в одиночку. Больше было нас на земле всех.